Пенсионерку забрала полиция. Активистка собирала подписи за отставку Михаила Саакашвили. Прохожие посчитали ее деятельность незаконной и вызвали правоохранителей. Что происходило дальше, знают наши корреспонденты. Татьяна Чагаровская только вернулась из отделения полиции. Женщина попала к правоохранителям после жалобы прохожего. Мужчине показалось, что активистка незаконно собирает подписи за отставку губернатора. Человек вызвал полицию, а они обязаны реагировать на вызов. Вот и все. Что вам в райотделе говорили? Что записывали, скажите? Что записывали? Ну, чего стоим мы тут? По чьей инициативе? Я сказала, что это общественная группа инициирует. Человек, вызвавший полицию, сразу же ушел и заявление писать отказался. Впрочем, за активистку уже заступились депутаты. Сегодня нашего активиста, который собирает подписи в палатку за отставку Саакашвили, пытаются навязать свои диктаторские способы, которые были применены в Грузии, к своим оппонентам. Просто забрали в райотдел. Как пояснили журналистам, оставлять Татьяну в райотделе нет оснований. Все разрешения на сбор подписей у нее есть. Подписано нашим мэром Геннадием Леонидовичем Трухановым, подписано уведомление о том, что эта палатка имеет разрешение находиться на данном участке. По словам активистов, это не первый случай, когда к палаткам вызывают полицию. Я поставил подпись за отставку Саакашвили с таким же воодушевлением, как когда-то ждал его прихода. Для меня Саакашвили стал символом разочарования, краха надежд и огромного социального недоверия. Волонтеры рассказывают, что собрали уже немало подписей за отставку Михаила Саакашвили. Недовольных приходит много. Правда, некоторые боятся называть свои адреса и фамилии. Может, и пытается, но результата никаких не вижу. А вот же, конечно, результат. Нужен результат, а не так просто, что делать что-то, бестолковую работу. Результата никакого. Там что-то, может быть, это что-то для себя делает, а так конкретно что-то для области – ничего. Чтобы президент рассмотрел отставку Михаила Саакашвили, нужно собрать 100 000 подписей. Ольга Китик, Евгений Чменцев, Думская ТВ.